ним ребенку все по плечу, прыгать с диванов, лазать по деревьям, самому платить за проезд. И нет, этот человек не волшебник. Его называют папой. Папа всегда будет рядом, поможет и поддержит, защитит и убережет от многих проблем. Не зря ключевой темой традиционного городского собрания отцов, которое прошло в Новополоцком лицее, стало выражение «На плечах отца держится весь мир». Когда мы задумывали вот это вот мероприятие именно в таком формате, конечно, мы хотели обратить внимание наших мужчин, глав семейства, на то, что их задача не только обеспечивать в материальном плане свои семьи, а в первую очередь, конечно же, быть примером для своих детей, принимать непосредственное участие в воспитании детей, в передаче своих знаний, своего опыта, потому что это очень важно. Нам, я думаю, что через такие мероприятия удается донести через положительный опыт, через экспертное мнение людей, которые профессионально занимаются воспитанием детей, именно то, что, наверное, не обязательно заниматься вот таким постоянным, ежедневным воспитанием детей, в таком смысле, как мы это понимаем. То есть определять задачи, поощрять, наказывать. Надо в первую очередь воспитывать себя, потому что дети, они как губки, они впитывают то, в какой среде они воспитываются, в какой среде они растут. Перед началом конференции для участников мероприятия отцов, представителей городской власти, руководителей учреждений образования и гостей собрания подготовили интерактивные площадки, где продемонстрировали весь спектр общего времяпрепровождения отцов и детей. Здесь и интеллектуальные игры, и развитие навыков работы по дереву, роботоконструирование, совместные занятия спортом. Во время важного разговора о главном – наших детях – папам предложили ответить на ряд вопросов из серии «За что они хвалят своих чад, чем поощряют, а чего не допускают в воспитании». Каждый ответ из жизненного опыта его участников, который обязательно пригодится другому родителю. Дети должны быть лучше родителей. Поэтому отец, мне кажется, как глава семьи, как папа, как мужчина, он должен привить и дочке, и сыну мужские, настоящие качества. Все то хорошее, которым обладает папа. Все свободное время я стараюсь проводить с сыном. Тренировки в деревне, рыбалка, походы в лес, в озеро. То есть все, что приводит к здоровому образу жизни. Помощь в уроках, что-то делать по дому совместно. Все, что сам умею, пытаюсь научить передать сыну. Отец должен быть и другом, и товарищем, советчиком. Фигура отца для мальчиков зачастую становится эталоном того, каким должен быть настоящий мужчина. Мужественность, уверенность, уважение к женщинам – главные черты, которые необходимо прививать сыну. А вот дочерям тесное общение с отцом позволяет понять и осознать свою женскую роль в этой жизни. Капиталина Зинкевич, Ангелина Лазовская, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».